Хор миротворцы приехал в богоспасаемый град Беляевка. Мы очень рады, что отец Леонид, отец Владимир и все остальные батюшки несут свою миссию так достойно, что мы можем сегодня встретиться и порадовать друг друга. Под ваши бурные аплодисменты мы приглашаем наш хор миротворцы. Любите его время, люди. В останню тяжку минуту за нею Господа молить. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому болі. В своїй хаті своя правда, своя сила і воля. Вас гласил, а на руку
мой старец, он всегда говорил и всегда понравился концерт. Большое спасибо. Здоровья, мира, благополучия всем. Мы приезжали, приезжали. До нас и дальше. Дякую вам. Мы кланяемся. Чтобы часто приезжали, співали, нам веселили, а мы будем гордиться вам. Ми хоч трошки, трошки відійшли от тих стінки так само. Все понравилось. Спасибо огромное, що є такі люди, которые нас поддерживают, радуют. Ждем еще. Спасибо. Приезжайте еще к нам. Все очень супер, на высоте. Спасибо вам огромное. Вообще, мы в восторге вообще. В восторге. Такие голоса. Это... Ни на одном... Вот мне 65 лет. Честное слово. Нет, у меня нет слов даже. Очень все понравилось. Настолько замечательный был, что душа просто поет. Хочется жить, творить дальше, трудиться. И хочется, чтобы это на весь мир, чтобы все слышали вот эту музыку, вот это наше православие. Чтобы все слышали, как это красиво и как это замечательно.